знаете, где я нахожусь прямо сейчас? Нахожусь я рядом с главным входом в New Wave Hall. Как определить это? Смотрите, новая волна написана. Большими буквами пройти мимо невозможно. Сегодня очень интересная деталь всплыла. Смотрите, сколько гостей. Пока что еще не все подошли, но у каждого второго, смотрите, тут корзины с фруктами, цветы. Там вот, если вы видите, тоже стоит мужчина с цветами прекрасный. Еще цветы, там, кажется, тоже. Но подождите, я думаю, что мужчина с красным букетом все-таки не для Димаша его приготовил. Сейчас мы это узнаем. Молодой человек с прекрасным букетом цветов, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это цветы Димашу? Нет, это наконец-то для Филиппа Киркорова. А вы очень любите Филиппа Киркорова? Да, поэтому я купил ему такой роскошный букет. Это цветы как раз те, которые он любит. Ага, а как вы это поняли? А он сам сказал в каком-то интервью, то, что любит багровый цвет. А, я думал, он вам сказал, думал, вы знакомы. Сколько здесь штучек? Я даже не считал, я зашел в магазин и купил вот все, что было там. А вы зашли и сказали, мне, пожалуйста, самые красивые цветы для Филиппа Киркорова. И продавщица дала вам все за бесплатно, так было? Нет, я сказал то, что я иду на новую волну, она сказала, для кого этот букет ты хочешь купить, а я сказал, для Филиппа Киркорова. Так, ну я надеюсь, вы сегодня подарите, встретитесь. Да, я тоже очень надеюсь, поэтому я пораньше приехал, да. А он, кстати, здесь репетировал, слышали сейчас? Да, но меня не пускают, поэтому так. Потому что у вас нет билета, поэтому вас не пускают. Покажите. Вот, легко могу. Хочу доказательств. Итак, да, сейчас проверим да, этот нет. момент. Сейчас, секунду, покажу. Так, сейчас вот Сочи. Ага, вот, тут да. гостиница, самолет, но, да. ага, новая волна, вижу. Вот новая волна. Покажи, покажи, смотри, смотри, тут действительно есть билет. Угу. Мне сейчас интересно еще, сколько он стоит, где здесь посмотреть? Стоит, сейчас скажу, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей и скромный букет для Филиппа Киркорова. Желаю вам классного вечера. Ой, тут девушка меня снимает, привет, это ТикТок, что? Я могу потанцевать тренд. Так, что у нас сейчас в тренде в ТикТоке? Не помню, но потанцуем под Филиппа Киркорова. Новых букетиков прибавился? Кажется, новый букетик прибавился. Здравствуйте. Давайте блиц-опрос. Насколько вы знаете творчество Димаша? Сколько октав может взять Димаш Кудайберген? Девочки, на пианино, на фортепиано нет ноты, которую может взять Димаш. И это правильный ответ. Хорошего вам концерта. А, кстати, подождите, еще один вопросик. Откуда вы приехали? Из Москвы. Из Москвы. Так, Омск, Москва. Вернемся вот к этим замечательным дамам. Так, друзья мои, мне кажется, много внимания Димаша. Давайте спросим про Игоря Крутого. Как вы думаете, Игорь Крутой строгий член жюри или добренький? Я думаю, строгий. А почему? Это по внешнему виду вы так определили? Да, да, да. Уже успели познакомиться с конкурсантами, с участниками «Новой волны»? Нет, пока. Так, давайте, я вам расскажу. Есть замечательный коллектив из России «Гринкевич». Это такая девушка с такими рожками, замечательную песню сегодня будет петь. Вы прям узнаете ее из тысячи. Артик и Асти они сегодня поют. Знаете, кто такие Артик и Асти? Конечно. Да, я очень люблю. Как относитесь к Артику и Асти? Очень люблю их. А какой ваш любимый трек? А давайте споем. Новая, да. И... Погнали. Раз, два, три. У меня все отлично. Твоя истеричка. А вы сегодня удивитесь, сегодня такой классный номер будет на эту песню. Ой, секреты вам все не расскажу, но достанете вы обязательно телефон, и сторис будут просто замечательные. Желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Я пошла искать еще цветы. Мы на новой волне. Новая волна объединяет города, страны, поколения, как мы выяснили. Итак, друзья, девушки. Если вы думаете, что молодой человек за вами хочет вам подарить цветы, я уже все узнала. Там, в общем, Любовь Киркорова. Вы кому пришли? Лобода. Твои глаза такие чистые, как небо. Действительно, к Лободе пришли, знают эти девочки треки Лободы, а мы отправляемся за кулисье. Друзья, срочное включение. Смотрите, кто звонит. Звонит Филипп Киркоров. Не могу не ответить, извините, что в прямом эфире, но думаю, что вам тоже будет интересно. Да, да, алло, Филипп Бедросович, здравствуйте. Филипп Петрович, не ругайтесь, пожалуйста. Нет, нет, я знаю, что вы смотрите нашу трансляцию. Нет, не все пришли на Димаша. Да на вас тоже пришли. Ну как-то вы не будете выходить на сцену. Обязательно вы выйдете. Да в смысле, Филипп Петрович, вы мне не верите? Ну, Филипп, я вам сейчас докажу. Включайте быстренько трансляцию с гаджета. Включили? Включили? Точно включили? Все. Итак, Филипп Петрович, специально для вас. Друзья, хор «Новой волны» зрительский. Итак, специально для Филиппа Киркорова. Друзья, 3-4. Цвет настроения синий. Смотри, картине, а в руках бикини.
посвящение. Она так чувствует себя богиней. Друзья, вот еще тут главный фанат Филиппа Киркорова. Вы вот такого выступления ожидаете от Филиппа Бедросовича? Да, конечно, для меня Филипп – это мой кумир. И я хочу подарить ему вот этот огромный роскошный букет. Да, Филипп Бедросович, вы вот переживали. Ну вот, ну разве можно переживать, когда столько людей поют этот замечательный трек? Кстати говоря, сейчас знаете, кто еще был на сцене, пока вот тут вот мы собирали людей, зрителей? Там был Дава. Кстати, вы знаете, кто такой Дава? Ну, по телевизору видела. Вот знаете, да, он тоже поет с Киркоровым песню «Роли». Роли, такие роли на руке. Друзья, подождите, мы знаем эту песню вообще, роль? Да. А можем хором? Ну, друзья, давайте. Раз, два, три, хор, да вы вам... Понятно, понятно. Слава богу, Филипп Бедросович отключился от нас. А мы продолжим узнавать у замечательных ребят, мальчишек и девчонок. Расскажи, пожалуйста, а ты на кого пришел сегодня? Ну, на новую волну. Да ты что? На новую волну. Так, подожди, сегодня знаешь, кто выступает? Ну, видимо, Филипп Киркоров. Ну, да. Да? Да, пока вернемся в зал, посмотрим, что там у Филиппа Киркорова происходит в зале. Привет! Это мой ролик. Это мои роликсы, звонят, тик-так, это мои роликсы, это мои. Это вам. И обязательно снимайте. Дамы и господа.